Так, ну что, блок питания, ревизия закончена, поменял все конденсаторы, вон они новые стоят, вот это вот старые, естественно, высохли, пришли в негодность, вот, были заменены, провел чистку от грязи, пыли, соответственно, вот, все вымыто спиртом. Это все соберется. Что еще? Кожух блока питания. Вот это блок питания, да? Вот. Пришлось покрасить, освежить, так сказать. Потому что он там имел места коррозии. Вот. Сейчас все это закручу. Значит, соответственно, кожух поставлю. Вот он кожух. Сейчас вот такой вот он вид имеет. Сейчас все это соберу. С упаковкой питания, значит, все будет закончено. Ну и, соответственно, дособираю приемник. Тоже будет видео специально для вас. Все снято.